Мы туда прям заезжали. Можно и... Но мы заезжали с Мишкой, там машину ставили. Вон там он ставим. Ну да. Вон где, видишь, у них газель стоит. А вон в той синей этой бабушка охранница сидит. Здесь все синее. Женский, да. А ты тут не был? Вон лестница идет в подвал, под землю. Где? Похож. Видишь? Смотри, он тоже, видишь, в земле закопанный. Дверь старая, круто. Но видишь, в подвал вход. Смотри, старые памятники-то. Я видел. Вот старый крест какой-то, Серег. По могилам осторожней ходи. Вот такой же памятник, как в Веретево. Видишь? И вон следующий памятник, видишь, побеленый. У него тоже треугольник с глазом. А здесь солнце в треугольнике на это. Вот, ну, видишь? Похоже на солнце. В Веретево точно такие же верхушки у памятников. Треугольные? Да, вот с этими, типа как с цветами. Да я буду. Через несколько минут только. Спасибо. Ну да. Мое любимое занятие. Россвязь, да, проверять, работает, нет. Работает. Алло. Все-таки они к чему-то готовятся, раз все телефоны работают. Что? Там, где там называют Сибирь. Я не знаю. Что-то тут все пересохло. Куда бы сходить, где нападает Клязьма? Ну посмотрим сейчас. Серег, наведи вон на то дерево. Что там у дерева? Наподобие лодки. Да, мне тоже кажется, что лодка. Не, я просто. Тоже смотри, да? Стена какая маленькая. Что здесь, типа, все? Кладбище начинается, да? Или огород у них тут? Вон там что стоит, тут лодка. А вот там уже Клязьма. Вот там дальше река впадает в Клязьму. Ну да. Мы зашли на их огород уже.
Ну ладно, пойдем. Это не сюда. Ну, типа того. А мы думали, тут можно вокруг пройти. Не, мне кажется, это лужа обычная. Смотри. Вон, да, тропинка. И мы сейчас на ту сторону уже, получается, перейдем. А где ты ее увидел? Это вон там, что ли? Не, слушай, это что-то не то. В общем, сейчас пойдем к реке. И потом сходим посмотрим. Только мы там заходили, с той стороны. В общем, сейчас все увидим. А, вон дорога там. Слушай, что-то я как-то потерялся здесь. Ну, я имею в виду в этом, в плане купели. Почему? Нет, я вижу теперь, что это она. Я тоже думал, что она далеко. Так, вышла ошибочка. Это не купель, это что-то другое. Больше похоже на магазин церковной утвари всякой. А уж там кто его знает. Клязьма вообще близко. По преданию, у них тут Иван Грозный полез купаться, чуть не утонул, начал тут же молиться. И, соответственно, ему что-то явилось, и он обещал поставить здесь церковь. Там написано, что она была деревянная, но с другой стороны, как все было на самом деле, и где была клязьма, может, она раньше протекала ближе к монастырю, может, нет. Еще здесь растут вот такие поганочки. А может, это и не поганка. Но мы тогда с Мишкой проезжали здесь. Да, круто тут. Круто, да? Кто-то собак выгуливает на велосипеде, кто-то лошадей. В общем, попробовал я их квас. Не будем, как говорится, никого обижать, но он намного лучше, чем в другом монастыре. Вообще вкус супер, всем советую. А еще мне сейчас сказали, у них морковный, свекольный и еще какой-то есть квас. В общем, 4 вида кваса. Так, теперь мы поехали к источнику. Вот он я. Да, и тебя видно. Да. Вот сейчас нам, да. Ну вот это уже та дорога. Здесь дорога крутая, да? Так едешь по лесу красиво. Место уже вам знакомое. Мы тут были с Михаилом. Теперь мы приехали летом посмотреть, что здесь как. Пойдем. Это все монастырский квас. Но это была шутка. Здесь вообще круто. Ты снимаешь еще? Смотри здесь.
Летом какая красота. В зимних спагах заходили. Ну да. Что скажешь? Что скажу? Скажу я следующее. Сейчас. Иди сюда. Чтобы просто было похоже, что я на том же самом месте. И вот здесь что? Вот здесь. Не провалиться. Помните, я здесь загадывал желание. Я там сказал, сейчас проверим, сбываются ли здесь желания. В общем, короче, оно не сбылось. Это вот ручей-то из этого, наверное, течет, да? Че, уже? Ну, пойдем со мной. Заходи сюда. В тот раз здесь была вода. Мишка тут ходил в берцах. И, можно так сказать, мыл ноги. А ты за мной-то не ходи, то вон там снимай. Вон этот поснимай, как из него вода натекает. Где? Вон там, с той стороны, обойди. Блин, уже даже отсюда ты делал это. Ну да. А это кто? Это казак. Ты снимаешь еще? Ну, в общем, вот здесь вот так. Что-то написано, наливайте. У меня раньше такой календарь висел на стене. Наливайте воду снаружи. В общем, спросите. Или так. Ну, вон там, наверное. Видишь, он открывается, по идее. А, чтобы ничего. А тут он на замке все. Замок ты снимал? Вот эти поснимай вещи. Что тут? Я так понимаю, тут это на честность людей рассчитано. То есть ты можешь оставить, на меня покажу. Я так понимаю, оставляешь денежки, берешь икону. Ну, я так думаю. А уж как на самом деле, не знаю. Ну, а тебе как здесь? Нормально? Ничего. Кстати, вот то же самое в Боголюбово. То же самое большой синий щит в Боголюбовском монастыре. Но для меня вот это вот, что написано и там, и здесь, звучит как угроза. Типа, если коротко, вот. Так знай же человек, пылинка во вселенной, пустые дни прожив, не верь, не любя, придя к концу земной короткой жизни тленной, в погибели своей вине себя. Помнишь? Mm-hmm. Снял? Это вот ты видишь, я все время говорю, да? Я здесь и сейчас... Под впечатлениями всегда теряюсь. Сашка заметил.
что вода поднимается по крышу. Вот так вот. Как я и обещал, вон те деревья. Вон сзади меня рогаткой вот такой. Следующая вот здесь. Вот она. Вот здесь мужику каком-то камень стоит. В общем, как там написано, что его веселая жизнь что-то была. В общем, его веселая жизнь здесь вот и закончилась. Вот рогатая. Нашел последний день. Да, смеясь, вот его смеющаяся жизнь здесь и закончилась. Смотрите, здесь какая красотища. Река с обрыва. Круто. Красотища. Тут, конечно, можно искупаться было бы. Но что-то тут как-то... Я вижу. Ты имеешь в виду желудей? Или это вот эти маленькие все? Да, вот это все дубики. Дубики? Ну, сам посмотри на лист. Да ладно. Слушай, правда. Это все надо же, я прошел, я думал трава сначала. Нет, дубы. Кому надо, не часто. Да. Накопать. Желуди проросли, Серег. Оно и видно. А там, наверное, сейчас и не вылезешь из него. Да? Ну это, я так понимаю, местные тусуются.